Плита утеплителя упала с крыши и разбила иномарку в Калининском районе. Теплоизоляционный материал уронили рабочие во время строительства многоэтажки. Как плита упала на припаркованную машину, попала в объектив камеры наружного видеонаблюдения. Это кадры с камеры наблюдения. У подъезда жилого дома припаркована иномарка. Рядом идет строительство многоэтажки, которая примыкает к зданию. И вот, видимо, рабочие не удержали материал. Позже на место приехала полиция. Не исключено, что строительной компании придется выплатить ущерб владельцу авто. А в Троицке ВАЗ 11 модели врезался в частный дом. На место приехали спасатели. Водитель пояснил сотрудникам МЧС, что у автомобиля прокололо шину. И на скорости мужчина потерял управление. Машина улетела с дороги. Пострадала пассажирка «Лады». Девушку госпитализировали. На перекрестке Ленина и Володарского джип столкнулся с отечественной легковушкой. Судя по кадрам, «Лада» двигалась на красный сигнал светофора, а это последствия аварии на перекрестке Энгельса и Коммуны. «Копейка» столкнулась с «Маздой». Видимо, один не пропустил другого, и вот результат. Кто виноват, будут разбираться сотрудники ГАИ. На этих кадрах полицейские задержали водителя на Копейском шоссе. По словам очевидцев, шофер вел себя неадекватно на дороге, не мог удержаться в своем ряду, то резко тормозил, то разгонялся, а требования инспектора в ДПС остановиться проигнорировал, тогда за ним устроили погоню. В итоге задержали и отправили на медицинское освидетельствование.